Добрались мы с кореглазым уже домой. Мой кореглазый. Слушайте, я хоть глаза его вижу. Вообще глаз не было видно. У тебя такие глаза, Боня, красивые. Наконец-то добрались мы. Ну и вот, в принципе, то, что я купила сегодня. Сейчас я вам расскажу. Значит, я опять взяла рыбные котлетки эти. Ребята, такие классные. Я вчера на ночь поела и минус 1 килограмм. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, ешьте и худейте. Взяла творожок. Он такой зернистый творог. Кеса. Очень вкусный, тоже полезный. Скагенрура, это Роберт любит. Я вам показывала. У меня где-то есть видео на хрустящий хлебчик. Намазываем мы эту скагенрура. Это морепродукты, креветки там в майонезе. Короче, куча всего. Я такое не люблю. Сверху еще сыром затирается, но это вкусно должно быть. Взяла также это бедрышки куриные. Они уже без костей, уже очищены, без кожицы, без всего. Селедочку норвежскую очень люблю. Я иногда тоже, девочки и мальчики. Кто хочет худеть, кто не хочет поправляться, кто хочет вкусно есть и не быть толстым, а красивым, таким, как я. Кушаем селедочку, очень полезно. В селедке тоже полезные жиры и вообще все полезное. Огурчики обычные, такие огурцы не покупаю. Запаянные. Но сейчас настолько такие продаются. Но этот твердый, твердющий, и он свежий. Обычно такие огурцы, знаете, вот режешь его, а он прямо водянистый. Короче, до дома донес, а он уже есть нельзя. Не знаю вообще. Но эти прямо даже такие чуть-чуть с пупырышками. Пырышки-пупырышки. А ну я сейчас развяжу, подождите. Да, огурец всем огурцам огурец. Смотрите, какой классный. Вот это я понимаю. Хороший, прям свежак. Такой твердый. Пахнет сразу запах огурцом на всю квартиру. А дальше я купила пиццу. Это испанская пицца. Она с хамоном и с пармезаном. Классная. Она, самое важное, она не замороженная, не перемороженная. Видите, в такой вот упаковке. Вот такая вот пицца замечательная. С хамончиком, свежайшее тесто, осталось только в духовочку. Я 3 купила пиццы, вот одну я открыла. Ой, как пахнет. Одну я открыла, и сейчас я уже ее переложу. Я сейчас и переложу. Ну, стой, дорогой. Дорогенька. Ой, какая она классная, слушайте. Вот так вот мы ее перекладываем в противень, да? В емкость. И я жду сейчас, пока нагреется духовочка. Там написано 220 градусов, но как-то слишком. Я поставила 215. Я купила 3 таких пиццы. Одну, ну, остальные в заморозочку отправлю. Дальше я купила лимончики, апельсины. Девочки, мальчики, апельсины. Я сейчас вам расскажу интересную историю про эти апельсины. Я сегодня открыла Facebook с утреца. Пролистать мою страницу, ну, мою ленту. И мне, значит, на глаза попадается статья, как выбирать апельсины. Оказывается, апельсины с вот такой вот выпуклостью, это называются пупики. С вот такими пупами апельсины. И если ты выбираешь пупик побольше, это значит, будет этот апельсин слаще, чем остальные. У тех, у кого маленькие пупики. Смотрите, вот маленький пупик. Но я его использую, этот пупик. И я купила также 2 утки. Смотрите, какие красотки. Ой, тяжело. Вот такие 2 утки я купила. Одну я отправлю в заморозочку, а вторую я, значит, наберу водичку сюда. Вот эту вот в меньшую раковину. И прохладную водичку. И она просто у меня будет постепенно таять, отходить. Вся гадость выходить из нее будет. Если в ней какая-то гадость есть. Она просто будет откисать у меня достаточно долго. Потом я ее просто замариную.
также и в апельсиновом соке. Надолго тоже, ну как надолго, там не знаю. Короче, как получится, я потом расскажу, как я ее буду готовить. И в духовку отправлю ее тоже slow cooking. Она у меня будет часа 4 в духовке. Будет мясо от кости отходить, отваливаться. Она вся будет сочная. Ой, у меня уже слюни текут. Значит, купила такую уточку. Тортилью. Купила тортилью. Ребят, я посмотрела один рецепт на Ютубе, не помню, какой блогер. Вы представляете, она делала Наполеон с лавашом, она также сказала, можно и тортилью. У нас лаваша такого тонкого, я не знаю, где найти армянского. Но вот можно с тортильей сделать Наполеон. Если я это буду делать, я рецепт вам сниму, покажу. Там всего лишь только крем надо приготовить и просушить вот эти коржи. Представляете, чем не Наполеон? Глянь, уже готовый тебе Наполеон. Супер! Вот идея какая! И он прямо настоящий Наполеон получается. Чтобы вот это, знаете, не возиться с коржами. Потом, что еще? Слушайте, 21 января. Я только сегодня купила соль. Я все время ее забываю купить. Картошечку, лучок. Лучок был такой вот меленький. Я последний забрала. Ну, твердый, главное, свежий. Мята. Гляньте, какая мята свежайшая. Просто сейчас прям чаечек заварю. Ой, ням-ням-ням. Да ты шо вообще? Огурчики. Вы знаете, у нас продаются бочковые огурчики. Ну, квашеные, да? Вот как их назвать еще? Какие они вкусные. Я такие выбирала маленькие. Вот такие хорошенькие. Такую вот нарезочку я еще взяла. Калькун это индейка. Нарезочка вот такая вот из индейки. Потом, это пищит моя плита, она возмущена, что на нее наложили столько всего. Брюнабюнор это фасоль. Уже приготовленная фасоль. Очень вкусно, тоже очень полезно. Белка очень много, протеина в ней. Сейчас я скажу, сколько протеина в ней. Ну, очень много. На 100 грамм 6 грамм белка. Достаточно. И очень полезно. Она уже готова. Уже все можно просто разогревать, есть, добавлять, куда хотите, делайте, что хотите. Помидорчики сливки. Blue Moon tomato. Это Blue Moon по-шведски это слива. Ну, вот такие вот у меня покупочки. Сейчас разогревается духовка. И я туда отправляю пиццу мою. И балдеем. А, вот такие конфетки взяла. Это фирма Фасер. Черный шоколад. Иногда я себе позволяю. Черный шоколад. Очень вкусно. Это можно выбросить уже. Ну все. Я вам желаю всего самого наилучшего, мои хорошие. Живите вкусно, живите здорово и здорово. С любовью ваша, навеки ваша.